На складской площадке аккуратными рядами и стопками разложены будущие здания. Прежде чем отправиться на загрузку, железобетонные плиты должны отлежаться после производства и остыть. Компания «Стройсервис», которая входит в группу «Евросибэнерго», занимается производством бетона почти 10 лет. Сегодня процесс построен так, что плиты и прочие конструкции созданы исключительно из хакасских материалов. Продукция выпускается качественная. По этому вопросу следят у нас отдел технического контроля. Находится своя лаборатория строительного контроля. Проводятся испытания, значит, образцов бетона. Все это оформляется документально. «Стройсервис» – одна из крупнейших строительных организаций Хакасии. Компания в том числе поставила материалы на строительство Преображенского собора в Абакане, учебного корпуса ХГУ. А вот уже готовая продукция для крупнейшей металлургической стройки. Многотонные плиты отправляются в Красноярский край на Богучанский алюминиевый завод. Сейчас там ведется строительство второй очереди. Это очень крупный заказ, который, в общем-то, позволяет нам не только загрузить все предприятие, позволяет нам модернизировать предприятие, позволяет нам выйти на качественно новый уровень и позволяет нам отладить взаимоотношения с нашими коллегами, которые вот выполняют всю логистическую линию по доставке железобетона. Николай Диковинкин неспроста упомянул о логистике. В данном случае доставить продукт едва ли не так же сложно, как его произвести. Впрочем, «Стройсервис» здесь спокоен. Головная компания «Евросибэнерго» организовала всю цепочку от производства до конечного потребителя. Система работает как отлаженный механизм. Это наверняка позволяет снизить не только договорные проволочки, но и вести довольно демократичную ценовую политику. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, «Вести Хакасия».